Я никогда не думал, что мы столько соберем, но мы собрали... Мы остановили, короче, продажу, потому что было слишком много. Все же не ожидали, что у нас будет сегодня. Они еще даже не понимают, это только вход сегодня. Они еще не понимают, что их ждет дальше. А дальше будет вообще бомба. Мероприятия полезны как и для дизайнеров, так и для строителей. Потому что любое мероприятие, которое меняет твое сознание, дает тебе переключиться на что-то новое за счет общения, всегда для тебя будет полезно. Это будет круто! И тут я попадаю на объект, где есть дизайнер. Это уже объект, как минимум, на ступеньку выше моего говноподвала, в котором я ковыряюсь, как червяк, да? Какие объекты, либо, грубо говоря, контракты вам зайдут в компанию, чтобы у вас горизонт планирования по деньгам был? Форт-монтажу вообще спасибо отдельное. Он столько много сделал уже для России, в принципе, да, со своими роликами. Поэтому всем ребятам респект, вы молодцы. Правильно продаете, делаете это все и продолжайте делать. АПГшки, супер важная штука, план-факт, должностные инструкции, регламенты. Каждый человек должен знать, за что он работает, почему ему платят деньги и где его мотивация. Если вы боитесь человеку сказать, что он заработает у вас 60 тысяч рублей, а потом дадите ему 60 тысяч рублей, он будет разочарован. Что хуже, сразу ему сказать, чтобы он был готов или потом? Выступление Рувима мне показалось достаточно интересно, много идей, которые можно попробовать внедрить в свою работу. Вот эти лайки, эти наклейки обозначают то, что, наверное, самое главное на таких форумах – это коммуникабельность. Это очень хорошее настроение, это поднимает какой-то статус небольшой на этом форуме. Очень много интересной информации на выступления спикеров. Классная программа, большое комьюнити, где много-много людей. Сегодня было супер офигенно просто. Здесь все в одном месте, здесь все четко. Все общаются, все нормально, никто там не кучкуется, все доступны друг для друга. Все, и это самое топовое мероприятие из всех, которое было за все время. Это просто респект. И те, кто сюда сегодня не пришел, те просто проебали полжизни.